Всем привет, рад приветствовать на канале Буни Тракториста. 6 мая, вторник, время без 15:08. Как сирот нас забросили с Олегом Леонидовичем в глухую деревню Рязанского края, Зорино, где стоят наш техник. После ливня вчерашнего, весь день лил дождь, землю промочило. Че, приехали, не знаю, обеда у меня с собой нету. В общем, занимаюсь всякой ерундой. Сейчас, если будет настроение, поедем в поле. Попробуем грязь там повозюкать. В общем, вот так как-то. Вчера мне Тимка преподнес подарок. Смотрите. Знаете, что это? Это мой номерной знак, который провалялся в земле около 2 лет. Оторвался у меня вместе с кронштейном. Потерялся. Вчера Димка мне его нашел. Сейчас я его где-нибудь приложу за стеклышко, и хрен с ним, он там стоит. Что, у тебя сигареты есть? Есть. А с собой что не брал? Все, нас кончились. Все бросил? Что, нахуй не нужен? Пойду куда-нибудь его залеплю, аля. Вон, под шланг в угол, где топливный. Топливная заливная горловина. Опа. Вон под резинку засунул его и пускай лежит. 2 года без номера ездил. Ничего. А тут номер быстрее крепить, быстрее делать. О, пойдет. Даже стекло протру ради этого случая. Видать? Видать. Все. Итак, приехали мы в поле, друзья, на другую сторону. Олег Леонидович по окольным путям повел, он там, наверное, еле проехал. Теперь обматерился весь, да муска. Что мы имеем, в общем? Ну, как сказать? Не знаю, кто сказал, что дождь был слабый. Но колеса налипает. Пойду посмотрю по рапсу. Сейчас попробуем фигли, блин, делать. Как она тут, что, блин? Ну, сырая я. Я вам сразу скажу, что сыр, блядь. Сусанин завел тебя, да? Проехал так, ну чё? Деревья пошибал, небось? Нет, вот так проехал. Да? Я ехал, думаю, это место как раз, думаю, блядь, а там деревья, теперь Олег Леонидович хуёво будет проезжать, да. Блядь, промочил здесь здорово, какие 5 сантиметров, Олег, я не знаю, там, глянь. Я бил, а сухого нет ни хера, гля. Глянь. Где она? Не знаю. Блядь, надо было уметь удочку спросить у ребят там. Может быть, есть их удочка. Блядь, да, ушла, кляка речка. Плотину сорвало, блядь, никто делать не стал. Такой пруд шикарный, блядь, вообще, ребят, щука и все. Смотрите, сейчас покажу. Шикарный пруд, блядь. Вообще длинный. Вот из ножки вода вообще вся ушла фактически. Вот остров, блядь. От острова от этого, блядь, только кусты торчали, Серег. Сейчас вообще мрак, гляньте. Вот показываю берег. Видно, где по берегу вода была. То есть вообще херово, блядь. Такое место шикарное, блядь.
Там вот прям сразу сверху нахуй пыль. А все, нету ее. Да. Включил уже? Да. Подхожу к Славе. Ты че, хоть под байдановцы косишь, что ли? Я говорю, нос отмёр. Сейчас будем заниматься хуйней. Земля совсем сухая. Но дискатор идет. Липнет. Я сейчас на своей заеду, мне сразу забьется. Что, в поле что ли уже? В поле что ли? Али, это, ну я попробовал, у меня так, знаешь, местами сбивается, местами с пробуксовкой, а Олег вон заехал, у него сразу все забило нахер. С обед попробуем? А, ну ладно, давай. Ну и брось, с обед попробуйте. Попробуем с обеда. С обеда меня пойдет, на. Да пойдет, а это что пойдет? Просто простухнет, наверное. Это не так вот земля просто стоит. Что? Она просыхает вот там. Глушим? Глушим, нахуй. Итак, друзья, обедал дома. Не думал я, что придется ехать в поле, в принципе. До обеда, по крайней мере. Ну, приехали, за мной забрали. И, в общем, ничего хорош сказать не могу, дисковать я начал, где-то круг, наверное, сделал до обеда. У Олега Леонидовича так и не пошло, дисковка. Поэтому сейчас приеду, посмотрим, как будет дело обстоять дальше. Уехал на другое поле.
надо будет переделать вот эту херню висящую. Дизель выбросить. Вот эту стоящую. Тем более, что нашел себе вот такой римский гайк. Ставлю ее, блядь. Не пойму, что с обед случилось, но не могу даже до края доехать, блядь. Дискатор сбивает страшно. Глянь, что есть-то. Ё-моё. Что такое? Колес нормально. Давно бы уже бы вообще. Ё-моё, до обеда ездил даже, круг сделал, ничего не сбивалось. Странная вещь. Сыр, блин. Блин, что делать-то, а? Так, приехал дядя Федя справлять. С номерным знаком теперь. Так, а сейчас скоро войдем жить здесь. Все, да? Блядь, тут затвага. Вчера утром, они что, работали? Ну да. Так мы работаем одни. Нет, ничего. Да вот ты, блядь. И то не взял с собой, блядь. Не, я до утра потерплю, но. Челлендж. Погодка херовая, ветер. Ой, блядь, вообще не. Иди блядь. Позвони в Александровку, там дождь, глянь, идет. Я Федь. Да, глянь, вот прошла да он где-то там. Нахуй, пизду, да. Че, нет, да? Нет, конечно. А я что-то масло не глядел. Бля, там мне надо. Сейф. Пусто. Есть. Че, какой у тебя масло-то, блядь, полный канистр, ёпти. Половина. Ё-моё, просто. Хуёв где? Хуёв, блядь, а тут еще одна полная. Да хуй с ней. Какой в сейф. Вообще, сколько у нас техники, надо сейф расширять, на. Сейчас налью. Надо с другой стороны такой же делать. Не, надо сзади просто удлинять, нахуй, так отрезать, нахуй. Врезать. С маслом сделать, да? Блядь. И кранчик, нахуй. Весь литр влил туда. Прям 200 литров хуя, блядь. И, блядь, будешь ездить. Забудешь пока, нахуй. Как раз кончится кого-нибудь. I sing the song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. As long as I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life.
almost underground. What on me engine, nahku, never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. You're lucky, David, luck, you'll have to make your own breaks. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. As strong as hell, I did it my way. I don't wanna live another life. It's my Так, друзья, ставим технику на второй базе, ну, потому что до нашей очень далеко ехать, целых 2 километра. Смотрите,
Чик. Вон он, круг ангара. В общем, все. Ну все, друзья, приехали мы. Бокс. Так. Петрович без вещей, что ли? Он даже вот со мной обидал. Блях, муха. Кофту какую тут странную брать-то. Опа. Че? Вот это с ремонта был? Наверное. А че у него наебнутый был? Мотор что-то у него? Сапуна дым пошел. Сапуна дым пошел? А второй где? Второй был, здесь комплекс пошел. Пойду засниму сейчас. А что-то спаренные колеса. Пойдем посмотрим, слышь? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Ну, комплекс и трактор. Вот это, да? А это он скрутится, да. Да я хуй его знает, ты что он мне спрашиваешь? Вот, комплекс, да. Ну он как типа культиватор. Вот как. Где после бурдования? Блять, солнце светит, ничего не видать. Жигули? Какие на Жигули? Диски-то? Задний. А передний УАЗик? Да. Перед тут колеса. А сколько катушек-то? Раз, а лапки такие, наверное, как на КПЕ, да? 5,4, да? 5,4. Да, 5,4 метра. Погляди, ну, стойки такие, да? А стойки такие же? Нет, стойки другие, наверное, подойдут. Цепь, грубо тебе. Вот типа на КПЕ, наверное, стойки, как слышишь? 3,8, как КПЕ есть культиватор, а стойки такие идут. И лапки. Это что-то ловче сделан, чем наш вот за лимон, блядь. Чё за лимон? Смотри, эти все семипроводы, глянь, эти крышки, да. Как, наверное, СЗ-шки. Да и так, и катушки СЗ-шные, глянь. Да вон эти, да. Катушки СЗ-шные все. Бля. Древние ещё. Да все это старые, ёб, на самом деле. Агромастер. Посевной комплекс. Агротор. 5,4 миллиметра. И пружины такие же, все, глянь. Ну да. Ну, простенький, ёпть. Конечно. Сразу культивируешь, сразу и сеешь, блядь. Да. Постернее интересно, как будет, нахуй. Ну, так же будет. Нормально? Да. 5,4, да? Блядь, сдвоенный колес. Чё ты? А я чё не понял, шнек. А, это загрузочный, да? Слышь? А шнек это что, типа сосыпать? А бункера? Вот хер ее знает. А, ну это колесики типа прикатывающих катков. Блях, муха, они... Они как, камерные? Да и хуйню сделали, лучше бы они были просто резиновые. Ась проколь с колесо. И хуй знает сколько колес нахуй. Это цилиндр такие. Какие-то интересные, да? Это типа вот они есть опорные колеса? Да, поднимаются на них. А впереди и зад. А перед поднимается тоже раз? Там я цилиндров не видел. Ну как? Значит, он это просто, знаешь, что это? Так, а это что-то я не пойму. А, здесь гидромотор какой-то воздух, слышишь, загружается он вот. Слышь, Петрович, вот эту кормушку сыпешь, слышь? А он вот поднят, и все, ёпт. Чё? А, ну он сейчас поднят в положении, да? Все, вылезь только сколько. А, да это асфальт, блядь, счеркаешь. Где он поднятый, он...
колес вывесишь он, да? Да. Он на эти колеса. А, ну да, когда он опустится, колес привод включится на. А это он сейчас поднимает вот на эти. Здесь такие, такие-то. Слышь, коллега-то. Шестерни. Ну да, старый бой. Я это говорю, она вот. Он просто выдвигается это. Так, тот конец да. В бункер, а вот засыпается. Засыпается, он тоже крутится. Гидромотор стоит, как у нас вот на этих на гидробортах, на зелах. Да, вот у нас. Что-то он приваривает уже. Пружинный бор. Вот зима. Леха о таких борнах мечтает, слышь, о пружинных нах. Да, да, да. Во-во-во. Ну он на эти колеса подумает. Бля, это Петрович, хуйня. Ну что работать? Ну даже если они бескамерные, ебаный в рот, ну и что это они все. Ну, как у тебя это поднимается, блядь, дискатор? Да у меня хуй с ним поднимает дискатор-то. У меня дискатор два колеса, а тут их, блядь, 34 нах. Бескамерный. А где сосок нах? Вот сосок нах, что? Ты поебешься, их спиздят, как у нас нах с тачанки за газель спиздили нах, так и их спиздят нах. На Жигули. Так уж как и ты придешь нах, и спиздишь нах. А вот дискатор у них тоже другой, не такой, как у нас. Бельсимаш, не такой. Видишь, у него, смотри, сзади цилиндр один поднимает колеса, а у меня на каждое колесо по цилиндр нахуй. Лодыжки не такие, типа, другое дело. О, бля, глянь, слышь, дизелек списали, это все пиздец. Да. Дизелек, слышь, с волгарской кабины. От волгаря. Распред, видишь, с какой стороны стоял? О. С волгарской кабины. Да? Угу. От волгаря кабина была. Да. Петрович, может, от твоего волгаря, а? Хуй знает. Ты теперь не вспомнишь, хуй. Кабина, а рама, блядь. Да рама-то, блядь. Рама-то у него удлиненная, нахуй. Рама у него раз детоска, блядь, что? Волгарят он. Мост ставили детоской. Вот, видишь, это мост капиталки. Я что-то рад, у них не работает белорус, нахуй. Да? Вот. Вот это прыгнул, вот. Да, вот это, наверное, мотор у них наебнутый был. Раз тут с комплексом. А вот там вот в кустах, Петрович, слышь, у них? У них два бункера это. ЗСК, на. От делов, на. Да, очень хороший. Значит, делать с дешком, блядь. Значит, сделали, все. Наверное, попал он под гарантийный случай-то у них. Да? Да. Наргот, там есть гарантия, бля. Ну все, друзья, на сегодня все. Увидимся завтра на дискованье. Всем пока. С вами был Сергей Тракторов. Канал Будет Тракториста. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки. Нажимайте поделиться видео в соцсетях. До новых встреч.